«Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня». Эта фраза высечена на гранитном пьедестале бюста Виктора Бабурина и ярко характеризует личность бывшего главы сельского поселения Ершовское. Памятник установили на главной площади села Ершова. Виктор Васильевич всегда и все делал лучше, чем другие. Всегда и все говорил прямо, открыто, в лицо, независимо от званий и чинов. Виктор Васильевич жил по совести и работал для людей. Он был настоящим патриотом и хранителем своей малой родины. Виктор Бабурин был родом из этих мест. До последних дней жил и работал здесь, сохранял историю родного края и творил новую. Реконструировал и строил воинские мемориалы, ремонтировал школы, детские сады и дома культуры, устанавливал современные детские и спортивные площадки. Благодаря Виктору Васильевичу в Ершовском появились амбулатории, спорткомплекс, стадион, был восстановлен храм. Это дорогого стоит. Причем делал это неустанно, чуть ли не 24 часа в сутки он присутствовал на стройке, пока не довел его практически до совершенства. Сейчас он стоит, и это уже память Виктора Васильевича. На торжественное открытие памятника собрались родные Виктора Бабурина, его друзья и бывшие коллеги, представители власти и, конечно, земляки. Они помнят его неподдельное внимание к проблемам каждого человека, труд на благо односельчан. Бюст – это символ признательности за все, что создано благодаря Виктору Васильевичу. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».